баян. Вернее, кнопочный аккордеон Бугари Армандо, чемпион Касотто. Баян четырехголосный. Два голоса в ломной деке, два в прямой. Бас пятиголосный. Баян имеет компактный корпус. Он не такой большой, как другие инструменты. Вес 10 килограмм. Так что стоит играть, просто идеальный вариант. Очень хорошо лежит, прилегает к телу, как бы облегает его. Ремни сделаны накрест, крест-накрест, который не просто, как бы, баян очень плотно висит на теле. Это очень удобно играть. Очень хорошая мягкая клавиатура. Да, немножко диапазон вроде бы побольше клавиш, да, радиус, но очень удобно ложатся руки, очень удобно играть. Имеет очень бархатный звук, просто все выверено. Левая, правая рука очень хорошо звучит в совокупности, вместе. Как бы отбалансированный инструмент просто идеально. Инструмент новый. Я не буду показывать там, что компрессия. Компрессия просто идеальная. Но новый инструмент. Как сказать? Давайте сейчас пройдемся по регистрам, как он звучит. Начнем, давайте, с левой клавиатуры, регистры. Он имеет 7 регистров в левой клавиатуре. Ну, регистры разные, звучания разные. Первый регистр облегченный, совершенно это. Ну, вот такой регистр. Да, можно пиколочку включить. Очень хорошо звучит. Второй регистр как бы органный. В октаву звучит бас и аккомпанемент. Следующий регистр, он тоже как бы облегченный. По-моему, звучит 3 голоса. Дальше регистр идет. Тут уже четырехголосный регистр. По-моему, трехголосный аккорд. Мягкий регистр. Очень нравится. Дальше регистр. Такой же бас. 3 голоса. Аккорд немножко звучит повыше, чем в предыдущем регистре. Как бы более не мягко, а более как бы крепко звучит. Очень хорошо. Сейчас идет четырехголосный регистр полностью. Бас, аккорд. Вот этот регистр обычно я и включаю. И далее полный пятиголосный регистр. Но и обычно включается тогда, когда в правой клавиатуре добавляете регистр пикалки. Пикалку врубаете, вот тогда от регистра звучит хорошо очень с баяном. Далее, пойдемте правая клавиатура. Фагот. Ну, фагот просто в этих баянах почему-то фагот звучит даже интереснее, чем на Юпитере. Более глубоко, более насыщенно. Давайте сегодня сыграю. Вот такой регистрик. Следующий регистрик звучит фаготик и кларнетик в ломной деке. Тоже такое сочетание очень интересное, джазовое, я бы даже сказал. Следующий регистрик – аккордеон. Два кларнета и фаготик. Вот такой регистрик интересный. Ну, это все эстрадного такого плана. Немножко сыграю. Сейчас сделали басик, бас, аккордик, более такой, как бы звонкий.
взяли органчик, но орган здесь просто изумительный. Давайте сделаем сейчас регистр тоже органчика в его клавиатуре. Регистр трехголосный, получается фагот, один кларнет и пикалка. Здесь лучше, конечно, учить уже регистр. Такой рик очень звучит. Огонь. Розлив. Здесь очень красивый розлив. Он не кричащий, такой какой-то мягенький. Ну, просто вот изумительный. Немножечко поиграю. Следующий регистрик получается одноголосный в ломной деке, тоже такой как бы джаз. Дальше тутти. Но вот здесь надо включать, конечно, пятиголосый бас. Тутти. Это просто что-то очень мощно звучит. Ну, проиграй, давайте как типа на русской гармошке. Баян с пикалкой. Ну, тоже фольклорный такой вариант. Очень интересный регистр. Пикалка и один из кларнетов в ломдеке, регистр без розлива, и звучит так. Thank you.
и пикалка очень звонкая.